Evet. Benim Evet. hatta bir de yemek yediğim sorun. Sizler de göründüğünü hayal. Ладно. Я вам все расскажу. Эту ошибку мы исправим легко. Здравствуйте, уважаемые коллеги. На моем фоне появилась Наталья Евгеньевна Кузнецова. И это почти правда, потому что я ее представляю от имени издательства «Бином». Поэтому хочу сегодня рассказать о серии ее пособий, которая открывается вот таким интересным слоганом. Легко плыть в море правил орфографии и пунктуации, имея поплавок наше пособие. Этот слоган уже настраивает вас на то, что будут какие-то интересные задания, какие-то проблемы, которые с нашей помощью мы постараемся помочь вам решить. Я представляю пособие сразу в двух лицах. Как методист, продвиженец, книгопродавец и как представитель автора и издательства. Это одна сторона дела. А второе мое лицо – это дотошный учитель и покупатель придирчивый, который хочет выяснить, зачем нам нужно это пособие, стоит ли его покупать, потому что очень много изданий, но проблемы в обучении остаются. Итак, о самой серии. Серия состоит из четырех пособий. А первые четыре представляют собой комплект орфографии плюс речь, в которой представлены все школьные орфограммы. На обложку каждого пособия мы выносим наиболее значимые, на наш взгляд, орфограммы, которые вызывают проблемы у наших школьников, и поэтому они обозначены сразу на обложке. Но в содержании указываются все темы, которые активизируются в конкретном пособии. Вы видите четыре пособия по орфографии. В каждом представлена та ведущая тема, которая, на наш взгляд, самая проблемная. Из этих пособий пока вышло только одно первое, на примере которого мы сегодня поговорим о серии как о концепции. Следующие четыре пособия будут представлять пунктуацию плюс речь. Здесь точно так же, как и в предыдущих пособиях, будут представлены все пунктограммы, так называемые, которые мы проходим в школе. И опять-таки самая ведущая, самая главная, на наш взгляд, пунктограмма будет представлена на обложке. Что можно сказать о назначении пособия? Оно очень простое, то, которое нам и нужно в школе. Связано с чем? С значительным устойчивым повышением грамотности и качественным, осмысленным развитием письменной и устной речи. Это безусловное явление данной серии. Активизация орфографических и пунктуационных правил и навыков письменной и устной речи. Подготовка к разного вида контрольным, проверочным, тестовым работам, в том числе в формате ОГЭ и ЕГЭ. Сразу оговорюсь, что формат ОГЭ и ЕГЭ здесь не представлен в таком объеме, как вы ожидаете, потому что очень много пособий по этому поводу выходит, и нет нужды повторяться. Поэтому мы взяли те задания, которые представлены в этих экзаменационных тестах, но подали их под другим углом. Тем не менее, все активизируется и отрабатывается. Структура пособий, на первый взгляд, традиционная,
Но здесь есть некоторые особенности, о которых я чуть пониже скажу. Пособие разделяется на темы. И каждая тема имеет свою стандартную структуру. Для того, чтобы было удобнее работать, привычно и без проблем. Что входит в тему? 2-3 упражнения или тестовых задания, или цельный текст, который помогает определить исходный уровень знаний учащегося или учащейся. Это делается для того, чтобы выяснить, насколько тот или иной ученик знает тему, готов с ней работать. Вот эти упражнения, они очень простенькие и в основном репродуктивные. А дальше, если вдруг выяснится, что человек не знает этих правил, не умеет работать с этой темой, даются сами правила, но очень сжато, очень емко, квинтэссенция так называемая, чтобы ребенок вспомнил, с чем он будет дальше работать. А затем идут тренировочные упражнения различной направленности. Мы будем говорить о системе чуть позже, а сейчас просто о структуре. Эти тренировочные упражнения направлены на активизацию, закрепление и упрочение тех знаний, которые мы получили, исходя вначале из правил и, естественно, из школьных уроков. Завершает тематическое деление контрольные задания. Они тоже выполнены в разных вариантах. Это могут быть тесты, это могут быть упражнения, это могут быть цельные тексты, на которых уже окончательно проверяется усвоение материала. Надо сказать, особенность этих пособий в том, что автор не дает в начале заданий, кроме тех контрольных, которые идут впереди, на то, чтобы были пропущенные буквы. Я считаю, что это оправдано. Наша задача научить максимально войти в тему, понять ее, разобраться в ней. И для того, чтобы это сделать, ученики должны видеть слова целиком, видеть предложения, в которые встраиваются эти слова, видеть тексты, которые создаются на основе этих слов. И только потом, в конце, несколько упражнений даются с пропусками. Я говорю сейчас, конечно, об орфографии, которые нацеливают на то, что давай-ка проверим, давай посмотрим, усвоил или нет. Мне кажется, что это очень логичный и оправданный подход. Более того, еще одна интересная особенность этих пособий заключается в том, что автор максимально использует лексику, которая представлена в той или иной теме. Поясню. У нас обычно встречаются 2-3 упражнения, которые предлагаются для отработки и закрепления правила. Здесь их гораздо больше, от 10 до 20. Лексику нужно наполнять каким-то образом. И для этого автор использует различного рода словари, естественно, в том объеме, который нужен учащимся, плюс еще какие-то превентивные знания. Но лексика очень богатая, очень разнообразная, и, естественно, тут начинается уже подспудная работа над активизацией речи. Надо сказать, я буду все время возвращаться к этому, потому что все пособия буквально наполнены развитием речи. Это идет как тенденция, как система, встроенная почти в каждое задание. Я понимаю, что есть лексика, есть темы, которые невозможно активизировать, допустим, максимально. Но все, что связано с орфографией, это возможно. Допустим, если мы берем чередование гласных в форме слов, то, конечно, там, во-первых, и лексика минимизирована и связана со значением слов.
И здесь она дается в полном объеме. Вот вы можете видеть, как выглядит содержание той книги, о которой мы будем сегодня говорить подробно. С левой стороны у нас титул, где представлена та самая орфограмма в корне слова «н» и «нн» в разных частях речи. Это ахиллесова пята многих наших учеников. А в конце полностью содержание. Конечно, здесь подбор орфограмм несколько эклектичный. Мы выбирали по логике, считаем, что здесь логика в этом присутствует, но придется все-таки знакомиться со всеми пособиями, чтобы выбрать для себя наиболее значимые. Очень важно говорить о системе упражнений, потому что именно через них мы активизируем наши правила, умения и навыки. Какова здесь эта система? Она многоплановая, разнообразная. Есть дифференциация, конечно, безусловно, но она скрыта. Почему? Потому что автор посчитала, что если представлять эту дифференциацию, допустим, какими-то значками, какими-то отметками, то мы можем лишиться читателя, который будет считать, что это не для него. Ведь уровень подготовки разный, каждый учитель знает свой класс, возможности, особенности своих ребят, и поэтому уже судя по тому, как класс отвечает на ту или иную тему, можно выбирать упражнения. Их очень много, и каждому достанется с лихвой. И тем самым мы не ограничиваем круг пользователей этими пособиями. Сами упражнения мы условно поделили на две большие группы. Это репродуктивные, без которых не обойтись, потому что нужно определять изначальный уровень, и продуктивные. Продуктивные в основном представлены большим множеством, с разными установками, ну, такими как, допустим, найти какую-то орфограмму, какое-то слово, выбрать из всех предложенных, разделить на группы тот или иной ряд словесный, куда входят орфограммы, или это будет логический ряд, который нужно отследить, что-то туда добавить, оттуда изъять. Продолжение словесного ряда связано с определенной орфограммой или с некоторым количеством орфограмм. Встроенные слова в текст. И это тоже интересно, потому что здесь есть выбор лексики, который должен соответствовать тому или иному тексту. Более того, даже стилю текста. Ну, соответственно, дописать фразу или организовать собственный текст, или добавить что-то в текст. То есть спектр этих упражнений разнообразен, и вы их все прекрасно знаете. Некоторые, может быть, для вас будут незнакомы или редко встречающиеся, допустим, как, например, казусные вопросы или логические задачи, связанные и с логикой мышления, и с логикой языка. Поэтому здесь выбор достаточно великий. А теперь мы поговорим конкретно о тех упражнениях, которые я сейчас представила как систему. Что можно сказать об этом? Ну, начнем с тех упражнений, которые будут для вас, ну, необычные во всяком случае. Я думаю, все помнят такое знаменитое предложение на дощатой террасе, небольшой свежевымытый и так далее, там веснущая вдова. Каждый может перестроить его по-своему, каждый может подать его по-разному. Здесь
мы связали это задание с подрево в текстовой форме с максимальным вкраплением удвоенных согласных. Их достаточно много, и текст получается насыщенный ими максимально. После того, как упражнение написано, естественно, проверено, то автор предлагает даже запомнить это небольшое, этот небольшой текст для того, чтобы правильно писать такие слова, как винегрет, ветчина, дощатая, терраса и так далее. То есть очень много слов с удвоенными согласными. Что касается таких примеров, как выбор ответа, допустим, то он тоже представлен в различных упражнениях. Допустим, вот на этой странице мы говорим о выборе. Сейчас речь идет о теме удвоенной согласной, поэтому я буду экстраполировать все свои предложенные задания именно на эту тему. Выберите правильный ответ и отметьте его галочкой, допустим. Двойные согласные в словах-отгадках есть в корнях. Двойные согласные в словах-отгадках есть на стыке приставок и корней. Двойные согласные в словах-отгадках отсутствуют. То есть это элемент тестового задания, которое представлено вот в этом варианте. Дальше что мы говорим? Допустим, нужно подобрать самостоятельно лексику по темам, используя только слова с двумя согласными. Дается тема «Прогулка в городе». Естественно, конечно, что здесь не все слова у нас будут представлены с удвоенными согласными, но пытаться максимально это сделать. Или, допустим, «Далекое путешествие», «Спортивные соревнования». Дальше. Запишите в разные группы слова с одной или двумя согласными, возле которых стоит знак вопроса. Я подряд цитирую упражнения, чтобы показать, что каждое из них интересно, занимательно, любопытно и имеет свой уклон. Допустим, подберите к существительным по 5 определений. Записывайте каждый раз словосочетание полностью. Образуйте все возможные формы слова глагола «жечь», в которых будет удвоенное согласное. Более того, здесь еще вот есть такое интересное задание. Запишите слова с двойными согласными по алфавиту. Конечно, притянуто немножко за уши. И для чего? Для того, чтобы еще раз набить руку, активизировать эти слова. Более того, дальше нужно образовать еще и словосочетание, то есть постоянная активизация лексики, постоянная работа со словами. Заметьте, что на этих трех страницах нет ни одного, кроме вот задания 120-го задания с пропусками. Все остальные представлены целиковыми словами, то есть оболочка слова, вот она перед вами. И учащийся набивает руку до тех пор, пока эти слова просто не будут писаться автоматически. Более того, если мы составляем словосочетание, значит, мы уже потихонечку начинаем встраиваться в речь. В 9 классе ВОГЭ вы прекрасно знаете, что там есть у нас виды синтаксической связи. Это тоже очень проблемная тема. Здесь в 122-м задании виды синтаксической связи можно образовать и потренироваться именно на этом задании. Продолжаем разбирать спектр наших заданий. Узнайте слова по их толкованию. Тут же экстраполируем в речь. Здесь же есть у нас образец. Мы будем говорить о подсказках в этом пособии. Они, на наш взгляд, очень правильные, очень важные, очень логичные. Еще раз подчеркну, что наше назначение – научить, поэтому мы максимально стараемся научить. Это задание стандартное, но, тем не менее, оно всегда работает и всегда помогает. Внизу точно так же
Помимо образца даны слова-помощники. Для того, чтобы ребенок не сидел и не чесал затылок, слова-помощники есть, он просто их встраивает в ответы и активизирует. Конкурс «Блиц», то есть быстрый конкурс, но грамматически, естественно. Образуйте новые слова, продублировав букву. Это творческое задание, да, задание, которое активизирует, задание, которое настраивает на определенный лад. Мне интересно, я хочу попробовать, смогу, успею, да еще и посоревнуюсь с кем-нибудь. Вопросы, шутки. Надо сказать, что очень много юмора присутствует в этих пособиях. Более того, дальнейшие пособия по пунктуации, они вообще построены на юмористических, в целом, в большинстве своем, они построены на юмористических текстах, на юмористических отрывках современных авторов, за что им огромное спасибо, что они разрешили использовать их интересный современный материал. Теперь вот тут вступает в разговор учитель строгий и спрашивает, а как я буду работать с этими детьми, если они начнут хохотать? Ну, вы знаете, а разве это плохо? Почему нельзя работать весело, интересно, задорно, так, чтобы язык действительно был звучащим, настоящим, живым? У нас ведь... редко кто любит уроки русского языка. Может быть, если это пособие, вы возьмете в руки и попробуйте. Вы же знаете своих детей, свой контингент, знаете, как с ними общаться, можно ли. Если вам кажется, что они будут мешать вам и урок срывать, да, значит, надо выборочно использовать какие-то пособия. Если нет, то я вас уверяю, просто работа будет идти весело, активно и интересно. Вот, например, вопросы шутки. Чем отличается ребус от кроссворда? Аккуратный от опрятного. Гамма от гамма. То есть заметьте, что первое слово активизируется с двойной буквой, а второе слово просто его синоним. Значит, опять в речь, опять в богатство речи, опять в разнообразие речи. А писать-то сочинение надо и по ОГЭ, и по ЕГЭ. А перед ЕГЭ у нас еще будет и сочинение, которое является допуском. Поэтому здесь нужно все набирать, слова, конструкции. И для этого эти пособия превосходно вы можете использовать, потому что здесь много всякой лексики, которая в других пособиях явно не увидите и не встретите. Лингвистическая задача. Подберите к словам антонимы с двойными согласными. Подберите к словам синонимы с двойными согласными. Вот вам слова-помощники. Обязательно слова-помощники. То есть обычно у нас начинается ступор, если дано какое-то задание, и должен ребенок сделать это самостоятельно. И все. И он не знает, какой подобрать синоним, какой подобрать антоним. Я не говорю обо всех, но в большинстве своем это, конечно, проблема. А здесь эти слова есть. Вы можете ими пользоваться и составлять различные словосочетания. Ряд, однокоренной ряд – это тоже великая проблема. Два, три слова, и все, ряд останавливается. Здесь можно продолжать до бесконечности, потому что лексика, 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 пользуйтесь, пользуйтесь, пользуйтесь. И постоянные подсказки, постоянные помощники, которые здесь встречаются. В виде чего? В виде небольших компактных правил. Да, это обязательное условие каждой темы. Не надо нигде искать, вот перед тобой что-то забыл. Неоднократно можешь вернуться, посмотреть, подглядеть, не возбраняется. Образцы выполнения сложных заданий, да, сейчас я вам продемонстрировала. Обязательно есть какие-то образцы, и ниже я еще раз покажу это. Набор лексики для выбора, пожалуйста. Причем
набор действительно дается для выбора неограниченное количество слов, есть слова, так называемые провокации. То есть это слово совсем здесь не нужно, но оно есть, потому что думай, решай, выбирай, ведь это же для тебя, для твоих, то есть проблема должна быть решена тобой. Значит, ты должен подумать и выбрать. Смотрим. Вот они, подсказки. Внимание! Сделайте то-то и сё-то на основе вот этого правила. Правило везде, в каждой теме. Иногда оно дается целиковым, в зависимости от того, как идет работа. Если вот в корнях с чередующимися, допустим, буквами работы идет поэтапно, поэтому есть обобщающая таблица, а потом как бы напоминание о том, что корень такой-то и пишется так-то, этот пишется в зависимости от смысла, этот в зависимости от суффикса и так далее. То есть напоминание. Образцы, допустим, в таком задании. Подберите и запишите родственные корня, слова с корнями. Лексика тоже ведь ограниченная, и не все знают ее, поэтому, пожалуйста, образцы. Подстилка существительная, подстилать глагол, подстилавший причастие, подстилая деепричастие. То есть морфологию включаем, немножко вспоминаем. Комплексно, постоянная комплексная работа с экивоками в морфологию, допустим. Вспоминаем все части речи, обязательно с чем, что, как связано, какие окончания и так далее. Теперь образуйте все возможные глаголы в такой-то форме. И тут же слова-помощники. Слова-помощники с точки зрения лексики. Потому что лексика – это ограниченные возможности у ребенка. Он не может вспомнить. А тут ему дается, и потом это все останется в памяти, это все будет в активной речи. В секции задачи мало глаголов. Допишите подходящие по смыслу в прошедшем времени. Посмотрите на слова-помощники. Быть, находиться, болтаться, лежать, ехать, валяться, трепыхаться. Все это сделано на базе текста. То есть очень важное замечание к тому, что нет эклектики такой вот капусты, как я называю, во всех книгах. То есть в одном месте будет идти дождь, в другом будет там бегать собачка, в третьем еще что-то. Набирается словосочетание абсолютно не связанное между собой. Здесь автор старается сделать словосочетания тематически связанными. Тексты представляет для того, чтобы ребенок понимал, что язык и речь – это две стороны одной медали, и поэтому нужно ими пользоваться, нужно знать и то, и другое, и ни без этого, ни без этого ничего не получится. То есть пособие показывает, что язык и речь – это две взаимосвязанные структуры, и ими нужно пользоваться тем более богато, разнообразно и интересно. Что и происходит в данном случае на фоне занимательности текстов и заданий. Это немаловажно. Мы с вами знаем, что в последнее время, конечно, появляется очень много достойных пособий, в которых начинает проявляться вот эта занимательность, это выборочность. Эти интересные тексты, появляются загадки, задачи. Но в основном, конечно, еще мало таких пособий. И эта серия дает нам большую, широкие возможности для того, чтобы привязать ребенка к работе. Чем? Мотивацией, интересом, загадками, викторинами, логическими задачами, каверзными вопросами, расшифровками того или иного. Есть слова, которые даны наоборот. Естественно, они связаны с темой. Конечно, это слова с убойными согласными, но они даны наоборот. Я их, во-первых, покумекаю, расшифрую, а во-вторых, я просто напишу их правильно.
Я отвлекусь немножечко на вопросы, которые вот здесь появились. Помогут ли данные пособия для работы с неуспевающими обучающимися? Да, конечно, потому что есть простенькие-простенькие задания. Берете даже с 5 класса начиная. Помогут, конечно. Вы же сами посмотрите. Предварительно вы берете в руки книгу, отслеживаете весь ее содержательный материал, говорите, да, Васе годится вот это задание, а это совсем слабенький меня, Петя. Вот это, естественно, помогут, конечно. Мы рассчитывали именно на широкий контингент. Вначале теорию читают, а потом задание. Да не надо читать никакой теории абсолютно. Она дана. Не надо ее читать. Если вы ее знаете, вы просто активизируете все эти знания. Согласитесь, что только логическое натаскивание, не механическое, а именно логическое натаскивание поможет закрепить тему, что здесь в этих пособиях и происходит. Потому что логика во всех смыслах присутствует, и в тексте, и в заданиях, и в поступательном движении от простого к сложному. Конечно, да. Именно так. Покажем на деле, где у нас занимательность присутствует. Да вы знаете, она вообще везде. То есть почти в каждом задании. Вот берем совершенно свободно любые страницы. Допустим, нет таких каких-то заданий, которые были бы очень необычные. Они, наверное, и собьют с толку. Но, пожалуйста, викторины. Кто из героев говорил то-то и сё-то. С чем это связано у нас? Обязательно с темой. Нет ни одного задания, которое бы висело, или которое было бы там минимизировано с точки зрения активизации той или иной орфограммы. Все максимально наполнено. Отбор очень жесткий и тщательный. Расшифруйте сложно сокращенные слова. А у нас ведь многие слова можно проверить. Допустим, бригадир, да? Возьмите слово комбриг, которое уже никто не знает, да? Вот, и проверьте это слово, пожалуйста. Но сначала его нужно расшифровать и с ним поработать. А, возвращаемся экскурсом в историю, смотрим, кто это такие комбаты, комдивы, и кто такие линкоры, и что там происходит. И в то же время ищем проверочные слова. Отгадайте двойные загадки. Выберите слова из задания А. Задание есть, и там слова уже представлены. Значит, вот она подсказка. Отгадываем и вставляем нужные слова. Вставьте пропущенные буквы. Во что мы вставляем? В логический ряд. Человек, дельфин, обезьяна. Да? И еще нужно добавить в этот логический ряд какое-то слово. Предисловие, часть заключения. То есть, посмотрите, мы отрабатываем даже такие элементы, как структура текста. И здесь уже, конечно, мы не можем заставить автора подавать обойму заданий, которая уже отведет нас от основной задачи наших пособий – орфография, пунктуация плюс речь. Но если учитель немножечко присмотрится к одному или там, к тому или иному заданию, то он может вытащить для себя все, что угодно. Народ, гуляние, колокола. Пожалуйста, разговариваем о каком-нибудь празднике, в частности о церковном, говорим о лексике и так далее. То есть я первое, что вам предлагаю, это немножко сотворчествовать автору, и тогда пособие заиграет новыми красками, которыми вы его и обогатите. Лингвистическая викторина. В каких корнях происходит чередование? Является ли орфограмма в слове «коса» исключением? Надо сказать, что автор говорит, вот поскольку здесь речь идет о чередующихся корнях, то всегда постоянно возвращается той лексики, которая именно относится к этим корням. У нас же ведь кас, кост и все что угодно может туда подойти. Автор постоянно возвращает ребят то, что именно с этим пластом лексики надо работать. Именно эти значения
а не другие, потому что на этом и спотыкается, что эту косу постоянно проверяют или наоборот. Так, дальше у нас идет, допустим, столбик «Запишите слова, характеризующие человека». Мы для чего это делаем? Мы подбираемся к сочинению. Это у нас с вами сочинение размышления, сочинение характеристика того или иного героя. И вот и пробуем. Здесь и даны эти слова, но, естественно, с буквами, которые у нас не произносятся. Доблестный, честный, бескорыстный, корыстный, властный, прелестный, бессовестный, завистливый, сердечный, искусный и так далее. И тут же учитель может добавлять собственный ряд заданий, охарактеризуйте героя через эти, допустим, слова или словосочетания. Дальше идет такое занимательно-веселое задание. Мы спрашиваем, выберите и отметьте главный признак, напишите вместо транскрипции нужные буквы. Ну, транскрипция здесь небольшая, просто не звучащие транскрибируются. Допустим, привидение телесное или бестелесное. И даем СН и СН и выбираем. Призрак телесный или бестелесный, фантом телесный или бестелесный, домовой. Вот вам ряд логический, вот вам ряд синонимический. И дальше пошли каверзные вопросы. Прелестный – это превосходная степень прилагательного лестный. И разбираем, почему нет. Прелестный – это человек, который никогда не спотыкается на лестнице. Прелестный – это все-таки какой? И отвечаем. Но, заметьте, три раза повторяется это слово, которое нам нужно запомнить и правильно писать. Выберите слова, где хочется поставить еще одну букву, но она совсем не нужна. И вот они идут. Вирусный, доблестный, гласный, согласный, страстный. То есть, опять-таки, проблемное задание на выбор. Образуйте от остальных прилагательных, где возможны степени сравнения. Вот вам пошла морфология. И дальше идут высказывания известных людей. Это эпиграфы, это темы сочинений, которые вы можете отрабатывать совершенно спокойно. Читать, значит, вырабатывать вкус, постигая прекрасное. Я иногда делаю так, я беру вот эти высказывания и на их основе делаю мини-тексты. На пословицах, допустим, тоже мини-тексты. Пословица как таковая, что она обозначает с подспудным скрытым смыслом. А иногда я делаю просто пословицы, допустим, цыплят по осени считают, и мы составляем текст, который именно с прямым значением этого выражения. И сравниваем. Вот такой вариант тоже возможен. То есть здесь вы можете на исходном материале уже проявлять свои собственные творческие способности. Можно перечислять бесконечно, потому что почти на каждой странице внимательность, интерес подогревается обязательно. Выберите из слов помощников и запишите проверочные слова. Баюкать обаятельные. Не все знают, что можно проверить словом «баять». Да? Приближаться близнецы и близоруки. Вот вам коренной ряд, вот вам проверочное слово. То есть занимательность, интерес, мотивация постоянно присутствует. Надо обязательно остановиться на текстах. Я очень уважаю Пришвина, Паустовского, которого мы часто, слишком часто используем, потому что у них прекрасный слог, прекрасный язык, на котором можно учиться. Но с другой стороны, есть много интересных современных писателей, которые тоже близки будут нашим ученикам, мы с ними познакомим и будем с ними работать. В этом пособии тексты разные. Есть тексты несколько так назидательные, поучительные, допустим, текст Рериха
в котором говорится о том, как нужно работать. И, допустим, веселее любить обыкновенный труд. Вот об этом можно поговорить, что имел в виду великий художник и мыслитель. Здесь тоже поле деятельности для развития речи. Есть тексты просто красивые, допустим, «Золотилось солнце на востоке, за туманной синей далеких лесов, добилась нежной низменности, на которой вгляделась на высокого берега, древний русский город». То есть вот красота языка, о которой вы тоже можете поговорить и поработать. А есть тексты занимательные, с загадками, с проблемами. Вот, допустим, зачитаю один из них. Надумал профессор математики подстричься. Пошел в одну парикмахерскую, а в городе их всего было две. Там порядок, чисто, уютно, со сеточки накрахмалены, ножницы блестят. Сам мастер с красивой и стильной стрижкой его на пороге встречает. Но профессор решил взглянуть и во второй салон. Там кавардак. Мастер как-то ужасно подстрижен и плохо выбрит. Но профессор остался у него. Почему? Не скажем ответ. Как только купите наши пособие, там он и есть. А дальше работа по тексту. Загадочки самые простенькие, отгадки в нашей книге. Если хорошо заточен, все легко он режет, очень хлеб, картошку, рыбку, мяско, лук и свежую колбаску. То есть обратите внимание, что и для пятиклассника славненько почитать и отгадать, да и 11 класс тоже не побрезгует. Стихотворные строчки. На свете старушка спокойно жила, сухарики ела и кофе пила. Всего одно слово, где согласную форме нужно проверять. Найдите и выпишите это слово. А дальше предложите старушке что-нибудь вкусное съесть и выпить. Название семи продуктов и напитков должны быть проверяемые глазами. О, представляете, какой меню будет составляться. Так, теперь у нас есть очень интересный текст, но он большеватый, и он составлен самим автором. Но сделан он очень здорово, и я вам его зачитаю фрагментарно, чтобы понять, на чем работает. Это у нас тема, догадайтесь, какая. Четыре друга, ровесника и сверстника, побывали в разных странах. Время провели прекрасно и не напрасно. Они привезли оттуда всевозможные местные яства, собрались за одним столом. Их было четыре, не буду перечислять, расскажу только, где был пятый. Пятый никуда не уезжал. Один был в Таиланде, один во Франции, другой во Вьетнаме, четвертый по Америке. И все они ели вкусные яства. Опять и никуда не уезжал, отдыхал на даче в родной местности, бродил по прелестным окрестностям, сварил картошечки, порезал свеженьких огурчиков, грибков солененьких поставил. Вы-то чем будете угощаться? Если в Америке они ели кузнечиков, а в Таиланде кузнечики с соленым тростником, лягушачьи лапки во Франции и так далее. Ну и есть занимательные тексты из серии «Знаете ли вы?». Их тоже достаточно. Теперь переходим плавно к развитию речи. Да, собственно, это не какая-то отдельная, допустим, часть этих пособий. Это органика. То есть она везде, почти в каждом задании обязательно есть экивок, обязательно есть что-то, что нацеливает на развитие речи. Явно, открыто, допустим, там подберите синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, ряд однородных членов, выберите какие-то слова и так далее. И, в принципе, каждое почти задание с этим связано.
Допустим, выбор правильной конструкции. Преклоняться перед творчеством поэта, преклоняться творчеству поэта. Поклоняться святым местам, поклоняться на святые места. Раз. Выбираем. Вставьте пропущенные буквы в корнях чередованием. Составьте предложение со словосочетания, в которое глаголы употреблены в прямом значении. Ответьте по-английски за чашку. Подберите ко всем словам с проверяемой согласной в корне проверочной. «Как вы зовете по-английски?» – спросил у чашки мудрый краб. В ответ поклон ответив низкий, сказала чашка. Ну, что сказала, то и сказала. В считалке найдите однокоренные слова, выделите корни, нужную орфограмму подчеркните. Можно ли проверить согласную в слове «лестница» однокоренными словами «лезет», «лезу»? Ищем, думаем, размышляем. Составьте и запишите предложение с разными значениями слов в перемешку и в перемежку. Из морозе и из морозь. Кто из литературных героев сочинил такие стихотворные строчки? Подчеркните все слова, нужные нам, записывайте по порядку, напишите подобное стихотворение в таком же стиле. А здесь, в следующем, мы узнаем о происхождении слов, допустим, торт, допустим, мармелад. Допустим, пирог, составляем с ними предложение, предлагаем свой рецепт и записываем уже в виде готового текста. Пряник. Допустим, посчитайте в тексте и запишите цифры общее количество слов с двухой согласной в середине. Да, посчитали. Подберите проверочное. И подумайте, хорошо ли жилось этому человеку в виде небольшого эссе размышления. Жил на свете человек, скрюченные ножки, и ходил он целый век по скрюченной дорожке. Есть и лимерики, и их тоже можно сочинять. Можно проанализировать, из чего они состоят. Но здесь у нас, конечно, проверочные данные дырки, как я их называю, то есть пропущенные буквы. Проверочные слова нужно вставить, но попробуйте сочинить подобный лимерик. А почему нет? Пусть попробует. Это ведь тоже создание письменного какого-то там произведения. Ответы. Есть у нас и ответы. Вступает в разговор учитель строгий и принципиальный. Зачем? Расхолаживает, мешает. Согласны с этим, но если мы беремся научить, объяснить, то я считаю, что это не лишнее. Во-первых, потому что проверить можно, так ли я сделал. Мучился, страдал, а вдруг что-то не срослось, не получилось. Это первое. Потом, не секрет, конечно, что очень многие учителя делают такие задания. Сначала берется, допустим, если мы работаем, естественно, ну, с орфографией, конечно. Пунктуация – это уже особая статья. Мы будем потом говорить, если вам понравится наша серия, то мы будем представлять и пунктуацию, будем о ней еще говорить. Но в данном случае по орфографии какую-то тему мы отрабатываем. Ну, те же НН, это же трудно, это же тяжело, и разные варианты, и разные правила. Значит, предлагается, допустим, энное количество слов для запоминания. Сначала обычно, как делаю я, я предлагаю читать ответы, более того, орфографически, так, чтобы это все и на языке отложилось. Потом мы возвращаемся к исходному заданию, и если это задание
с пропущенными буквами по памяти пытаемся вставить. Потом мы возвращаемся опять к ответам и снова проверяем, правильно ли сделали. Если какие-то ошибки, то выписываем эти слова еще раз, делаем какие-то словосочетания, активизируем эту лексику и через энное количество времени возвращаемся к ним, чтобы еще раз закрепить и в речи активизировать. Поэтому ответы здесь не лишние. Да вот и все, пожалуй. Единственное, что осталось сказать, это о том, где купить превосходнейшее, интереснейшее, нужное, актуальное, современное пособие. Здесь у нас представлено очень много еще упражнений для того, чтобы продемонстрировать суть самого пособия. Но мне кажется, вам просто будет самим интересно полистать его, посмотреть, в руках подержать, каждой темой познакомиться. Поэтому, если я сейчас все расскажу, вам просто будет неинтересно держать его уже в руках, а какая-то интрига должна оставаться. Поэтому покупайте, интересуйтесь. И все это можно сделать очень просто. Есть у нас такой торговый дом Абрис. В этом торговом доме можно заказать пока только первую книгу и в дальнейшем все остальные. В интернет-магазине вы тоже можете заказать, набрав сайт этого интернет-магазина tdabris.ru. И если вы укажете промокод, то вам предоставят скидку. И несмотря на то, что купите вы одно пособие или на весь класс закупите, чего я вам очень советую. Более того, есть методическая поддержка, и издательство готово ответить на все интересующие вас вопросы. Перед вами адрес издательства, его электронная почта. Это, напоминаю, издательство «Бином». Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Будет ли доступно для скачивания в интернете? Пока, к сожалению, нет. Поскольку это издание новое, естественно, издательство заинтересовано и в прибыли в том числе. Помогут ли пособия при подготовке к выполнению заданий предметных? Да, конечно. Там же есть сложные задания, трудные задания. Конечно, более того, что такое предметная олимпиада? Это весь спектр всего. Лексики, там, допустим, каких-то конструкций. Мы же не спрашиваем заоблачные какие-то предметные олимпиады. Они всегда встраиваются в материал, который изучается в школе. Кроме этого, конечно, там есть задания. Не скажу, что их много, задания, которые зашкаливают, допустим, сложностью или какими-то периферийными знаниями, но с точки зрения системы, систематизации знаний, а это самое главное, чтобы у человека была система встроена в голове, что вот это употребляется здесь именно потому, что такое-то правило. То есть правило – это же не самоцель, активизация в речи. Это главное. А здесь именно так подается материал, чтобы, говорю, ну 20-30 упражнений вы видели где-нибудь на активизацию темы? Нет. Единственное, что на сайтах интернета, но согласитесь, там это все ставь. То есть это настолько механика, которая через 15-20 минут забывается. И нужно постоянно подпитывать это все. Здесь на логику и на восприятие. То есть ты встраиваешь всю эту лексику в какие-то конструкты, ты постоянно работаешь с какими-то словами,
ты активизируешь их в различных рядах, в синонимах, в антонимах, в текстах и так далее. То есть это все работает в твоей голове, поэтому оно запоминается. Думаю, что да, во всех отношениях. Устное собеседование. Ну, вы знаете, что сказать по поводу устного собеседования? Это правильные конструкции, правильно? Правильные конструкции с уместной и логичной речью, с уместной лексикой, которая должна присутствовать в том или ином языковом стиле или в конкретном ответе по какому-то поводу. Да, это же развитие речи. Устное собеседование – это явление твоей собственной речи собеседнику. Значит, если ты умеешь строить правильное предложение, правильно используешь слова, встраиваешь в их хороший логичный текст, это и есть твое устное собеседование. А как иначе? Думаю, да, конечно. Коррелирует ли с заданием ОГЭ? А что такое ОГЭ? Это просто элементарный экзамен на знание системы языка, который учат в школе. Тестовая форма, как там у нас это все дается? Выбери основу, подчеркни основу. Это все пойдет в пунктуацию, там обязательно есть эти задания. Задания, связанные с ОГЭ и ЕГЭ, конкретно присутствуют, допустим, во всех темах. Через что? Ну вот вы берете в ЕГЭ там энное количество заданий, вообще чередующиеся гласные, пожалуйста. Проверяемое, пожалуйста, все глаголы, окончания, суффиксы, причастие, депричастие, будьте любезны, это же идет через орфографию тоже. Это вообще не обсуждается однозначно. Да, обязательно в любом звене используйте эти пословия. Это многоаспектно, я говорю, только от вас, от вашего нюха зависит выбор этих упражнений. А так, собственно, да, конечно, хоть с 5 класса, хоть в 11 классе, это не важно. Важно, что вы берете, какую тему. Если там нужно подтянуть те же двойные согласные, то, пожалуйста, просто лексику какую-то берете полегче, допустим, для 5 класса, и какой-то объем правил. У нас ведь они ранжируются по классам. Допустим, вы же не будете с причастием активно работать в 5 классе или там с какими-то сложными предложениями, точно так же в средней школе, тогда как все это у нас активизируется уже в 8-9 классе. То есть, да, по выбору, но выбор колоссальный, я же говорю, 15-20 упражнений, из них-то вы и для 5-классника найдете, и для 11-классника безусловно. То есть там идет такой ранжированный подбор, ну, огромного количества упражнений. Если ко мне нет вопросов, огромное вам спасибо за то, что выслушали меня. Я рада была встрече с вами. Надеюсь на дальнейшие встречи. И надеюсь, что вы полюбите наши посуды и будете выступать.